Так, сейчас сделаем по-корейски морковку, очень полезная, очень много витамин. Перчика добавляем по вкусу. Ну, видно, как нужно добавить перчика. Также и сольки тоже немного. Вот такое количество. И сахарку где-то на такое количество. Потом, если что, по вкусу добавить можно мягкое подсолнечное масло. Раз, ложечка сюда. Тоже приблизительно. Уже по количеству видно, сколько надо чего добавить. Только супового рецепта я не знаю. Так, все, еще уксуса осталось добавить. Очень полезный сырой витаминный салат. Уксуса тоже там немножко. Все тщательно перемешиваем. Пюре не вареный, поэтому в нем больше витамин, чем вареным. Это и называется по-корейски. Также и морковку тоже можно сделать. И капусту, кстати, тоже. И обязательно вот такой чесночок добавьте, пожалуйста, тоже в этот салатик. Забыла вам сказать. Ешьте, друзья, витаминчики. Ешьте свеклу, ешьте морковку, ешьте квашеные капусты в больших количествах. Это все спасает от вируса, укрепляет иммунитет, особенно квашеная капуста. Большой источник витамина С в ней. Всем привет и доброе утречко. Мы приехали опять до бабушки. Сейчас будем ехать в Богачку. Мне на биржу в Богачку надо поехать. А бабушке надо ехать за пылесосом. Она хочет купить. Всегда Барсик. На своем месте его собачки покусали. У него лапка сейчас болит. Он выхаживается уже 2 недели. Никак не выходится. Так, у бабушки, как всегда, очень вкусно пахнет. У нее блинчики на сегодня были приготовлены. Добренькое утречко. Ой, какая вкуснятина. Сразу вижу. Доброе утречко. Давно приехали? Так, приехали. Ой, какая вкуснятина. Еще и со сметаной. Ой. Сейчас, сметанкой. Так, добегаешь супу? Будешь? Да, суп чашу? Я тоже хочу. Да, с утра хочется супа горячего поесть. Мы только проснулись и сразу же быстренько собрались и в путь, потому что не на 8:30. Настенька. Я думала, туди на воду. Сідай ось сюди на ці стільчики сметану. Давай. А ти там жили? Батарейки так же держать, да? Держать. Ти що, там постучал. Гарячий чайник поставив? Да. Ага. Батарейки постучали вже за мене, не ж. Ну, так у нас так же було, помніш? Ага. Да. Вот эти батарейки мы купили вот такой же фирмы. Все ждем, что они каждый день у нас закончатся. Такие. Да, такой. Кодак. Ага. А они все у нас 2 месяца не заканчиваются и не заканчиваются. Хотя прослужили уже, наверное, 3 месяца. Обычно 2 месяца и батарейки меняем. А это ждем. Ну, должны же уже наконец-то кончиться. Ну, по-моему, 2 месяца уже. Ну, обычно у нас на 2 месяца. Я одни, насыпаю, не одни батарейки не распопались. 8 месяцев, да, помнишь? 8 месяцев служили. То есть так. Еще какие попадутся. Ой, горячий давай суп. А с чем? Гороховый похоже. Ой, гороховый супчик. Мы вчера не тоже. Гороховый. Не, не гороховый. А мы вчера. Не, мы позавчера гороховый были. И я позавчера. Всем привет, ребята. Мы уже в Богачке. Приехали на биржу, мне на 8:30. В общем, магазины закрыты, аптеки остались здесь работать и продуктовый магазин. Все строительное, все закрыли до 3 числа. Все на карантине. Так, ребятушки, в общем, придется маски шить, стирать, гладить, потому что я не знаю, куда в аптеку маски позавозили. А что? В аптеках масок нет. Да. И баба не чует по телевизору, что? И она сказала, что вирус уже существует, и в январе был, и в феврале, говорит, он говорит, просто был. Вы не просто знали. Вы об этом не знали.
знали. Вот так. Так что он был, и они знают, они в курсе дела. Так что, друзья, у нас, оказывается, уже давно этот вирус гуляет, только мы об этом не знали. Да я бы мы и не знали. Ну да, было бы хорошо. Да. Ничего, будем держать. Лёша её спрашивает, в аптеке спрашивает, а вирус хоть существует? Она говорит, он был уже и в январе, и в феврале, говорит, этот вирус. В аптеках маски по 100 гривен, мы пошили маски сами. Вот без маски как-то уже не хочется выходить на улицу. Хочется хоть какую-то маленькую, но защиту иметь. Отметилась по телефону, да, позвонила им, они меня отметили, что я была, а так пройти туда нельзя, все под стеклом. Люди есть, работают, но с людьми контакта не имеют. Зашла в аптеку, масок нет, в аптеке нет масок, вы представляете? А говорят, что уже их позавозили, ничего подобного. Так, ребята, вот такие маски вы можете дома нашить сами, элементарно просто. Видите, я сейчас вот так поближе ее сниму, потому что сделать каждый. Здесь можно вместо таких веревочек сделать резиночки, тоже на ваше усмотрение. Но веревочки очень удобно, потому что сзади их завязали, волосами прикрыли, и ваши ушки не натираются, потому что обычно уши натираются от резинок. Вот тут очень удобно. Вот так, смотрите, какая масочка. Вот так, ребятки, завязали и ходите. Обязательно пользуйтесь, мало ли.